Намасте, сайрам. Нам пришла еще одна посылочка из Украины, из Луганской области, от Руденко Ирины. Ирина, я вам очень благодарна. Сейчас мы будем открывать, смотреть, Саши. Письмо. Это на дерево желаний. Письмо. Это я, конечно, обязательно повешу. Грибы. Ой. Mushroom, как они? Yes, this is mushroom. This is white, white. Не знаю, как белые грибы они называют. Один, второй, третий. Ой, супер. This is halva. This is halva. This is chocolate. Halva, Russian halva. Or Ukraine halva. Same, similar. Russian and Ukraine. Ah, very, very good. Aha, it's not home. This is from shop. Дали альпийские, да? И так много конфет. Здорово. Yeah. Ой, какая раковые шейки, да? Угу. My God. So many. Лукася. Я украинские давным-давно не ела. Это украинская фабрика. Здорово. Будешь пробовать? Да, он говорит. Он сегодня уезжает, Саши сегодня уезжает в Дели к сестре. Говорит, положи мне вот этих вот сосачек, конфеточек. Вот. Здорово. Королевский шарм. О, вкусно, говорит. Очень вкусно, говорит. Сейчас он хочет их все вытащить. Они сейчас... Смешаны, давай, ага. Yes, yes, this is steak. Сейчас, говорит, соседям еще в поезде раздаст. Как вовремя успела посылка прийти, что Саши порадуется. Давай. Thank you very much. This is also very tasty. You try it, you will like it. Yeah. Ему понравится. Они много чего не пробовали. Сегодня даже приходили... Семья индо-японская и женщина еще с... Откуда же она? С Кении. Индианка с Кении. И врач тоже. Ее муж, они в Лондоне живут. Я их зефиром угостила. Они не поняли, им понравилось. Говорят, как хорошо, что не пересладкое, не такое, как вот индийские сладости сладкие. Саши пошел дальше искать. Nice. Сейчас. Ага, так. Да, Ирина, большое, спасибо большое. Big thank you, and we all love you, and children will love, who will eat this. Definitely, I will give to other children. Да, ага. Ирочка, спасибо большое. Я вам всем очень благодарна. Я вот представляю, у меня сердце аж переполняется благодарностью, потому что... Это же вот надо пойти, надо думать, надо покупать, надо идти, заполнять декларацию, отправлять, ящик покупать. Плюс к тому же, естественно, огромные деньги на эту пересылку. Даже не представляете, как у меня сердце переполняется благодарностью. Я, конечно, всем говорю, когда мне пишут, я говорю, вы письма присылаете просто так, без посылок, говорю. То, что девчонки шлют посылки, это у них, говорю, избыток чувств. А мне иногда пишут, что у нас... Тоже избыток чувств. Готовится к поезду. Very good. Он сейчас угостит ребят. Ой, какая прелесть. Такой я и не ела никогда. Сейчас попробую. Даже прямо сейчас я начну пробовать. Ташине молоко. Milk of birds. You have to test milk of birds. Пташине молоко. Птичье молочко. This is you like. You will like. Yeah. This is you will like. Test it. Women. Oh, no, not in a pocket. It will melt.
Говорю, не в карман клади, а то растает. Вот, Ирочка, еще раз большое спасибо, огромная благодарность. Вот. Ну, нет слов, правда. Вот, спасибо большое.